Всем привет! Сегодня гуляем мы по городу Хельсинки. Наш северный сосед, сосед Петербурга, да и вообще наш северный сосед. Вот я решил пройтись по набережной, по гавани точнее, по южной гавани. Вот. Это как раз то место, где останавливаются, как правило, паромы из Петербурга в Хельсинки и те, которые идут из Петербурга в Хельсинки, Стокгольм. Это принцесса Мария и принцесса Анастасия. Вот как раз там такая гавань. И поэтому я решил просто пройтись какие-то новые места, чтобы увидеть. Я раньше не гулял. И вот увидел там такие шары 30-40 сантиметров они в диаметре, отполированные, в которых отражается окружающая обстановка. Очень здоровская идея, мне кажется. Смотришь туда, видишь небо, видишь море. Ну, просто вот это очень мне понравилось. Думаю, надо же простейший такой элемент, который вносит какую-то вот просто вот некую гармонию, может быть, даже. Ну, просто здорово. Вот финны вот молодцы, надо же сделать такие штуки. Интересно, у нас есть такие где-нибудь в каких-нибудь городах? У нас в Питере я вроде как не видел. Но вот их много. Они разбросаны как раз около воды. У них отражается солнце, небо и вода. Погода была очень хорошая. Как правило, не очень везет с погодой в Хельсинки. А тут была хорошая погода. Голубое небо. Такая хорошая. Ну просто шикарная обстановка. Вот я просто гулял этим местам, где раньше не ходил. Обычно ходишь по центральным таким значимым каким-то улицам, а здесь не бываешь. Тут решил пройтись. Очень интересно, я рекомендую, кто будет в Хельсинки, вдруг будет возможность пройтись не там, где все ходят, а где-то по каким-то другим местам. Кстати, вот здесь недалеко находится базар, я потом постараюсь компоновать там чуть-чуть, показать большой базар в Хельсинки. Ну, или блошиный рынок, наверное, так его лучше назвать. А так вот, собственно говоря, все, что я хотел вам сказать. Приезжайте в Хельсинки, посмотрите, фотографируйтесь. Можно сделать какие-то, как мне кажется, неплохие фотографии. Все, пока, всем привет. Приезжайте в Хельсинки, смотрите. Хороший городок. До свидания.